Доброго дня! Меня зовут Ольга Ингрия. Я веду проект «Вяжи как художник». На своем канале я показываю вам свои необычные заказы, которые мне удается овеществлять. Например, вот эти вот митинги я вязала под девизом «Чем хуже, тем лучше». Видите, какая тут необычная вязка? С протяжками, с какими-то вот узелками, с неубранными хвостиками. Эти митинги я вязала для кино. Попросила меня их связать Елизавета Боярская. Я была удивлена и обрадована, что мои умения могут пригодиться даже в такой необычной и далекой для меня области, как создание фильма. Так что буду ждать, когда фильм выйдет на экраны. Надеюсь, мои перчаточки из него не вырежут. Вот. И скоро отдам эти перчатки заказчице. Надеюсь, она будет ими довольна. Ну а пока что я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, не забывайте про лайки. Ваши сердечки говорят мне, что видео интересно, видео нравится. И у меня будет желание показывать вам что-то новое. Ну а пока всего доброго. С вами была Ольга Ингрия. Пока-пока.